И снова здравствуйте, всем привет. Итак, по вопросу, если кто-то хочет поучаствовать, значит, в создании вот этого мультфильма или какой-нибудь сценки, значит, заходите в ВК, вот есть группа 3D-моделирования, здесь есть лошади с анимациями, здесь есть все локации, здесь есть вся база, которую вы можете использовать, ну, все, что у меня есть, допустим, с чем я работаю, то вы можете использовать для каких-то сценок. Допустим, уже есть вариант, где вот локация известна, это у Мортона. Вы можете заняться, значит, вот этой сценкой. Вы можете также использовать, значит, вот ранчо. Потом можете персонажа использовать. Здесь есть уже, значит, дома. Есть персонажи, повторюсь, есть настройки, которые, возможно, вам понадобятся для ночного там огня, там еще что тут есть. Значит, вот пыль с под копыт можно сделать. Потом, что тут еще? Свечки. Ну, словом, все, что использовалось, значит, в роликах. Вот даже облака есть, настройка нодами. Локация, значит, где сидит промышленник, этот салон полностью, персонажи и так далее. Заходите, вот текстуры какие можно использовать, ну, чтобы подходили, значит, да. Так что вся база здесь, орлы с анимациями, значит, живность с ригами, которую вы можете сделать, поставить, допустим, их в вольере где-то, или заставить, а вот курица с анимацией, вы можете ей еще какие-то анимации добавить. Потом, что тут еще есть? Давайте посмотрим подольше. Значит, туман. Вот если персонаж, где-то вы представляете, что он куда-то должен поехать, там туманная такая местность, то вот настройки нодами, как настроить туман. Лошади, опять же, вот где, как галопы, потом тут разные у них удары ногами, потом просто стоят. Просто идут, просто бегут, бизоны с анимациями. Значит, вот есть этот кузнец, пожалуйста. Так, что тут еще? Шериф. Вот он. Его можно использовать тоже для анимации. Тут вся база есть в нем. Ну и в принципе что? Коровы, быки. Можно создать ферму какую-то. Вот локация, значит, где она тут находится. Индийские вигвамы. Потом сено, индийский конь, вот сборки уже готовы. Как зовут персонажей, потом вот сейчас буду делать конфедератов, подготавливать, да, для экспедиции. Потом вот непонятный еще персонаж, то ли в бар, то ли в банду, то ли еще куда-то его использовать. Словом, вы можете использовать все вот эти вот, значит, анимации, модели для создания такой же сцены, какие делаю я. И потом, когда вы сделаете, вы можете прислать мне, и я их, значит, вставлю куда-нибудь. Или дописать сценарий. Кстати, по сценарию. Сценарий тоже тут есть. Сейчас я вам его покажу. Так, медведи, медведи, медведи. Вот он, сценарий. Вы можете сами его дописать, сами создать какую-то сцену и, в принципе, ее сделать, мне прислать. И потом будет монтаж, где-то какая-то доработка. Я еще потом все равно буду доделывать первые эти сцены, переделывать. И потом, возможно, что-то получится побыстрее и поприкольнее. Итак, давайте сейчас посмотрим вот эту вот, значит, как ее называют, дальний кордон. Так, 0 на нампаде. И давайте погуляем здесь. Значит, так вот, камера включена. Shift F. Погнали. Значит, так, это как у Спирита. Я приблизительно попробовал сделать. В мультфильме Спирит. Значит, центральные ворота. Они будут открываться. Будет им добавлен тут рик. Ну, кости. И будет все это дело открываться, закрываться. Так, значит, казармы. Потом конюшня, вот она, ну ту, которую я делал, я просто ее вместе соединил, и получилась у меня длинная конюшня. Дальше, значит, здесь
Возможно, тоже какие-то будут происходить события, там лошадей объезжать, солдаты стоять, ну как в мультфильме «Спирит». Так, добавить еще хочу потом побольше лестниц, чтобы они залазили, значит, на верхние вот эти доты, да? Вот на эти, на доски вот эти. И стояли тут, отстреливались или еще что-то. Ну, в принципе, для мультфильма, я думаю, неплохая локация. Тут еще добавятся, значит, какие-то телеги, люди, возможно, еще добавятся какие-нибудь, не знаю, костры, там что-то жарят, что-то парят. Кузницу сюда можно добавить. Кузнец есть. Пусть он с анимацией, где он подковывает, значит, лошадей, тоже тут будет использовано. Так, а вот отсюда, здесь вот нужно еще дорогу дорисовать. Сейчас, где она тут? Так, вот небо есть, все тут, в принципе, уже готово. Нужно вот эту вот дорогу. Я ее потом дорисую, вот сюда как бы продлю. И будет сюда заезжать, значит, Мастерсон. Вот где-то вот под этим углом. И раз, они поскачут туда. Оп. На дальний кордон. Возможно, еще побольше уберу травы, добавлю больше песка. И будет тогда вообще зашибись. Так, это вот такой, значит, такая подготовка. Надо это все дело обыграть, чтобы не так скучно было, да, потому что, видите, пустовато. Добавить там, возможно, вдали чего-нибудь еще, какие-нибудь, не знаю, там, возможно, лошади, чтобы табун ходил какой-то, ихние лошади, допустим, вот здесь вот пастись должны, там еще что-нибудь. Ну, фантазии, в принципе, хватает, да. Так, файл open, рыжий конь, в рысью. Так, сделал я еще одного коня с другой окраской, более такой посветлее. Почему? Ну, потому что армия, да, и у армии как бы выделяться нельзя, чтобы армия ехала, допустим, один на белой лошади, второй на черной. Это, ну, и долго это дело подготавливать, конечно, каждую лошадь под путь и под каждого, значит, солдафона. Вот решил я им такие вот сделать стандартные, значит, серый конь такой, рыжевой, ну как, коричневый, да? Вот. И они все будут на таких лошадях, на рыжих. Так, конь есть. Анимацию смотрим. Ну вот, все, скачет, все, бегит, все, зашибись. И опять хотел я использовать, значит, те анимации, которые сделаны, где посадка на лошадь, потом где они слазят с лошади, потом где они сидят на лошадях, вот главный герой. Но неадекватно она, значит, привязывается к этим, к солдатам. Придется делать заново. Ну, здесь дело не хитрое, 24 кадра. Давайте это дело подготовим. Значит, open. Где тут так-так, рыжие мустанги. Так-так-так, солдат конфедерации. Don't save. Немножко ждем. Так, вот солдафон. Значит, заходим в post mode, английская А. Здесь у него анимация уже, как и у этого, у сержанта. Я его сейчас, вот эту анимацию, удаляю. И в object mode докинем сюда файл link вот этого коня. Так, desktop. Сейчас я его сразу закину на флешку, чтобы потом все работало нормально. Так, нужно найти все для вестерна. Находим коней. Так, это КЛМНЕ. МНЕ. Новый конь. И, значит, сюда сейчас я докину. Так, и сюда я вставляю папку. Значит, с рыжим конем. Заменяю, потому что там еще добавлены анимации. Здесь только бег, а там уже и стоит он, и походка. Потом еще туда докину анимации, побольше сделаю. Так, ну погнали теперь опять же в Blender. Так, файл линкуем сюда из папки, значит, уже на флешке.
На USB диски у меня все находится в компьютере. Стараюсь ничего такого не держать. Так что, если навернется, допустим, вот этот USB-шный жесткий диск, тогда будет только база, которая находится именно в ВК. Ну, придется все по новой начинать. Очень будет печальная история. Ну, об этом я тоже иногда думаю, да? Так, значит, что нам нужно? Нам нужен ABVD и KLMN. Так. Новый конь. Рыжий конь. На посадку. На посадку 2. На походка. Рыжий бег. И коллекция. Тройка на нампаде. Делаем, значит, S. Подгоняем его по размеру. Вот. Под нашего персонажа. Выходим на первый кадр. Угу. И здесь вот, опять же, смотрите, выбираем риг персонажа. Заходим в Pose Mode. Выбираем площадку. Тройка на нампаде. Поднимаем ее повыше. Сразу уводим туда, куда нам надо. Так, прописываем и английская только площадку. Вы видите, у площадки нет прописанных анимаций, потому что она, в принципе, не участвовала в анимации совсем, то бишь. Разводим ему ноги. Вставляем ноги, значит, как в стремена. Вот. И вот эту ногу тоже. Как вот перейти на другой вид, да? Нажимаем английское Е и Left. И вот мы переходим на другой край, да? Так, это значит, опять же, подставляем ногу, смотрим, чтобы все было нормально. А вот уже не нормально, потому что нужно доводить. Смотрим тут, вроде бы все попало. Так, можно даже побольше засунуть их. Не засунуть, а вставить, пардоньте. Так, все. И видите, что на стремена заходит наш персонаж. Тогда мы его за тазовую кость G отводим. И тогда что можно сделать? Колени. Оп. И вот это колено. Оп. Смотрим, чтобы он сел, нормально сел. Вроде бы сидит нормально. Так, вот еще на кобуру можно ему потом поставить, значит, косточку, чтобы она управлялась. Ну, не так принципиально, короче, да? Так, теперь, значит, выбираем руки. И что у нас с руками? Так, с руками опять давайте вот эту руку, значит, G положим на кобуру. Мы ее вот так вот прикроем. Так, G. Ну, пока так, да? Так, а вот эту руку, значит, нужно сгибать в пальцах. Давайте пропишем А, И, чтобы не сбиться. И теперь вот эту руку по прошлым роликам нужно, опять же, перекрутить. Сначала вот эти три пальца. Потом вот эти три пальца. Ну и вот эти пальцы тоже, костяшки давайте доведем. Так, R. Все, вот побольше все это сделано. Здесь перекручено. Кое-какие пальцы. Вот мизинец самый проблемный из всех. Я его сгинаю только в одной фаланге. Вот так. Так, теперь этот палец ближе к этому, этот ближе к этому, а этот вот так, короче. Так, а вот этот палец вот так вот. А, и прописка.
И теперь, чтобы не заблудиться, находим G вот эту нашу поводью. Уже есть ролики, где я так делал, так что, в принципе, ничего тут нового такого нет. Просто еще одна подготовка. Так, для чего я это все делаю? Для того, что когда приедет Мастерсон, значит, с Ферстом на дальний кордон, вот эти, вот этот персонажи, они должны будут отправиться с ними, значит, на поиски бандитов, наверное. Ну, сценарий еще на эту тему я не делал. Еще, как говорится, не заготавливал, да? Так, здесь еще, значит, ключицу чуть вперед. Так, они, солдафоны, видите, сидеть должны четко. Теперь, значит, есть шпага, которая должна R. Так, что такое она отдельно? С этой косточкой что? А ну-ка, R. Так, здесь у нас находится шпага, которая не должна входить в сумку, а должна висеть. А, и все, прописка. Так, база есть. Теперь что? Нам теперь нужно крутить, вертеть таймлайн и, значит, на 24 кадра заготовить вот эту вот поездку, да? Так, значит, на 10 кадре видите, что лошадь уходит вдаль. И тогда получается, чтобы попасть под стремена вот эти, нужно выбрать тазовую кость, ноги. Так, ноги отвести, чтобы они были на одном уровне, где они и были. А тазовая кость, значит, она G как бы приподнимается. Вот он упор дает. А, и смотрим, что получится. Так. Так, на 15 кадре наш персонаж и ноги. Давайте сначала ноги чуть-чуть приподнимем. И нашего персонажа тоже приподнимем. А, и прописка. Тогда на 5 кадре что он делает? На 5 кадре нормально. Так, на 20. На 25, значит, что? Теперь ноги опускаются, значит, G опять в стремена. Делается им напряг. Возможно, даже чуть-чуть где-то перекрутить. И на 3 так садим назад нашего вот этого персонажа полностью. А, и прописка. Смотрим, чтобы не было трепыханий. Вот так вот вводим от кадра к кадру и смотрим, чтобы нормально все было. Так, 25 кадров. Ставим 25 кадров. Вы видите, что это не сильно такая сложная задача. Тут единственное, что теперь нужно заставить, смотрите, в чем фишка. Ноги двигаются, таз двигается, тело как-никак двигается. Теперь можно заставить руки подвигаться, потому что, ну, руки, видите, они вообще не участвуют в анимации. И это очень неинтересно. Так, значит так. Вот самое, что я не люблю делать, это подгонять вот эти вот, значит, руки вот к этим ремням. Не знаю, ну, ужас как неинтересно. Прописываем на 10 кадре руку И.
и находим позвоночник, чуть-чуть, значит, вперед его подаем. Прописываем тоже И. Это уже отдельно кости прописываются. Не надо всего выделять, значит, персонажа, чтобы потом можно отдельно было, вот видите, эти косточки менять. Но когда много анимаций, то желательно прописывать кости отдельно по звонкам. Допустим, запомнить, что так, у лошади своя анимация должна быть, ну, базовые должны быть общие, там, первый, пятый, десятый, пятнадцатый, допустим, двадцатый, двадцать пятый и так далее. Или наоборот, десятый, двадцатый, тридцатый, сороковой, смотря какая интенсивность и насколько, значит, быстрая анимация. А когда прописываете, допустим, вот сумку, сумку можно, видите, она не прописана. Вот она. Потому что она прикреплена просто к коню. И она линкованная. Так, тут тоже ничего не будет. Так, что еще? Ну, давайте руку дальше писать. Угу. Так, рука. Так, здесь что, она нормально? На 15-м, видите, уже она сошла. R. G. Так, на 20-м. R. Докручиваем. G. Приподнимаем. И 25-й вроде бы, 25-й держит, да? Вроде бы нормально. Вот, смотрите, что еще происходит. Рука, она же не прописана. Вот она, вот это. И видите, когда персонаж поднимается, она остается на своем месте и получается натяжка плеча. Вот она. И это выглядит неинтересно. Я очень много раз, значит, плохо это дело замечаю. Ну как, когда шлифую, уже видно. А так, если наброски делаю, то бывает, потом делаю съемку с экрана. И у меня где-то какой-то кадр видно, что раз дернулось плечо, значит, там не до конца, значит, дошлифовано. Так, вот это тоже прописываем. И тогда предыдущий удаляем. Почему? У руки только получается три анимации. Рука на поясе, рука вместе с телом движется вверх и опять уходит на пояс. Все, в принципе, это ее вся задача. Так, теперь что у нас тут? Ну, здесь ключица правильно отвернута на расслабуху, да? Давайте ее уведем. Где-то ключицу эту можно, видите, удалять. Оставляем первый кадр. И на 15-м, допустим, там, смотрим, что произошло. Ну, на 15-м, на 13-м, где-то на середине можно чуть-чуть раз плечо подать вперед. И все, три кадра для этого достаточно. Когда, конечно, будет делаться рендер, нужно все их заполнить, чтобы это дело мягче было. Но в основном ключица-то как-то мало касается. Касается в основном других каких-то ног, рук, чтобы мягче все это дело было, да? Так, и значит, что у нас с головой? Удаляем середину головы. И когда, смотрите, он когда раз вверх поднимается, вот на 14-15 кадре R. Пустим голову как бы повыше и позвоночник тоже раз перекрутит, тогда башка пошла по низу. Во. И выбираем две косточки, прописываем и предыдущую можно удалять. Так, а ну-ка, 25-й. У коня, по-моему, было 24 кадра, да? А ну-ка.
Так, и на 25-м кадре желательно английское А сделать первый кадр. Shift D. Ну, чтобы дерганий не было. О. Первый и последний должен соответствовать для мягкого перехода. Ну вот, все, конфедерат у нас уже куда-то несется, да? Так, убрать нужно скольжение на вот эти вот ноги. Как это делается? Значит, удаляем Delete промежуточные кадры. Первый Shift D. Дублируем на последний. И середину выбираем. Смотрим, что у нас тут. G. И прописка. А ну-ка. Так, вот нога остается, в принципе, на месте, но нужно так, вот здесь еще, значит, G приподнять. И смотреть, чтобы она не завалилась куда-то, ну, не провалилась сильно, да? Так, опять же, раз. Так, здесь уже видите, что нужно чуть-чуть перекрутить под стремя. Угу. Ну, уже веселее, интересней. Нога зашевелилась. Движуха пошла, да? Так, что у нас с этой стороны? Корректируем. Угу. Удаляем и G приподнимаем. Так, здесь, а ну-ка, смотрим сбоку. Так, нужно будет подправить, видите, что здесь ремень. Так, видите еще, что я добавил, значит, уздечку на этого коня. И нужно вот здесь еще в зубы какую-то железку ему засунуть. Вот. И тогда ремень все нормально прячется. Конь рыжий. Конфедерат, в принципе, готов. Но еще что? Вот эти вот завалы мне тоже не нравятся. Ремнями, да? Так, а ну-ка. Ну, это подправим. Так, теперь. Нужно, значит, прописать вот эту шпагу. Так, она здесь висит. В принципе, ее движение будет тоже. Сначала он вверх идет, она уходит к ноге.
Вот здесь вот G, да? А здесь на 16-м она уже... Так, если он здесь, что он делает? Вверх он пошел, пошел, пошел. Так, а здесь она должна уже сделать чуть-чуть тоже мотыляние, да? Или вот сюда уйти. А ну-ка. Ну вот, нормально. Мягко мотыляется, пойдет. Так, ну вот такой, значит, есть персонаж. А ну-ка, по размеру. Я думаю, по размеру он нормально и по стременам, и по, значит, заду попадает. И по высоте холки смотрит. Ну, в принципе, все нормально. Так, заготавливаю. Это пойдет в сохранение, значит, солдата конфедерации. Это файл save as. Значит, солдат конфедерат на коне. Рысь. Угу. Так, вот потом можно, значит, пускать уже это дело по пути и ставить их несколько, так, несколько, значит, вот этих персонажей. Заходим в Object Mode, выбираем все вот это дело. Так, камеру, свет пока можно отключить. И будет какая штука. Вот так будет Shift D. Вот так вот, раз. И теперь... Семерка Shift D. Shift D. Так, здесь впереди будет сержант ехать, и получается, должна получиться вот такая вот картина. Армия пошла. И, в принципе, что? Вот сдалека они уезжают с кордона, допустим. Вот такая будет анимация. Вот сейчас, сколько это всего тут выходит? 411 рисов, фейсов 261. Ну, в принципе, не так многовато. Единственное, что FPS настроить немножко. У них все должно быть однообразно, ну... И лошади, и армия все-таки пойдет, да? Нежели, представьте, сейчас их посадить на разных лошадей, сделать каждому разную анимацию, но это будет жесть. Так, а тут будет сержант, генерал будет, значит, на своей базе сидеть. Что он будет с ними ездить, генерал? Не царское это дело. Так, ну и Мортон, впереди будет Мортон, потом... И они поедут ловить, значит, бандитов. Где они их будут ловить, как они их будут ловить, я пока, честно сказать, не знаю. Вот так вот. Еще я до туда не дошел. Я даже, ну как, не представляю, что должно быть на дальнем этом каньоне, этом кордоне. Во. Если кто-то может, возьмите сценарий и напишите, что там делать. А я это уже дело, возможно, повторю и... Время сэкономится, просто выдумывать, надо искать информацию, сюжет. Очень это дело трудное, и писать сценарий, и делать анимации, и заготавливать этих персонажей, и все это дело, это ух, ё, это жестковато, но это интересно. Так, вот такая штука, да? Так, что еще хотел делать? А, еще давайте заготовим... Так, 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 так. Ну, это я, наверное, уже в сцене. Заготовим розыск. Значит, еще в группе я просил, если кто-то заходит, чтобы ну, написали, какая именно нравится объявление, значит, о розыске. Ну, пока вот пришел, сейчас покажу вам. Так, давайте вот это на главную сделаю.
Так, файл open. Кордон. Так, есть вот эта штука, семерка на нампаде. Пока, значит, небо отключу. Так, где ты тут? Небо. Sky Dom. Бац. Так, можно пока и вот эту вот зеленку отключить, да? Добавляем Add Mesh, добавляем, давайте, план. Что можно сделать? Ну, давайте его уменьшим. Так, вот доска, видите, да? Доска объявлений. И значит, пусть плакат будет побольше там. Он тогда смотрится будет красиво, прикольно. Так, раз, перекручиваем все это дело. Так, семерка на нампаде, G. Подведем ее к доске нашего объявления. Докрутим, смотрим. Так, лучше смотреть, наверное, через камеру. Так, да. Камера. Та-да-да-дам. Shift F и погуляем. Так, выбираем нашу доску, делаем S. Тут еще вопрос, сколько их должно висеть, да? Shift F. Так, а ну-ка посмотрим. Так, многовато выходит. Так, раз. Перекруточка. Так, Ctrl-Z, а ну-ка. Ну, в принципе, что, сбоку, если смотреть, никто не будет, то, в принципе, и нормально. Так, давайте добавим теперь персонажа. Заходим в шейдеры, new, добавляем add текстуры, image текстуры, заходим в open, находим, где находится папка кордон, находим розыск, и вот такие, значит, вот как проголосовали. Кто, ну, в смысле голоса, кто написал, я вот выбрал, что да, R, наверное, все-таки вот эти лучше будут смотреться вот такого типа. Как вам? Ну, прикольно, мультяшно, да, выглядит. Так. Так, теперь Shift D. Делаем сюда. R. Вот этому заменим face морды, да? Минус. New. И теперь, значит, можно тут вот выбрать, да? Эмиссия, та-та-дам. Kind Glass. Так, а где она тут? Тут нету, что ли? Вот, хлоседи нету. Где-то там была. Так, ладно. Это текстура. Image текстур. И находим розыск второго бандюка. Так. Вот они. Вот такая штука. Ну, я думаю, неплохо выглядят, да? И покрупнее так.
А ну-ка, если их чуть-чуть немножко растянуть, да, а то они что-то как-то скукоженные. Во, поширше. Можно сделать, чтобы ветер был и ветром их мотыляло на этой доске как бы объявление, что вот они разыскиваются. И будет нормально. Это Alt-H. Так, Alt-H, возвращаем все, 0 на нампаде. Смотрим камеру, включаем Shift-F. И, в принципе, неплохой кордон, да? Тут такие события могут быть. Мама, не горуй. Прям, ух. Так, лошадей побольше каких-то там бричек, кузнеца добавить. Ну, в смысле, заполнить можно эту, значит, как ее, дозорную башню. Здесь вот сено положить, лошадей, там еще что-то, стекла добавить. Вот даже из конюшни, гляньте, какой вид. Шикардос, прям, опа. Стены, надо еще лестницы добавить. Что там еще? Ну, еще что-нибудь. Флаги, во, Shift-F. Флаг Конфедерации где-то вот здесь вот надо тоже. Займусь потом. Присобачить и дозорных. Дозорных и, возможно, чуть-чуть вот здесь вот сделать прореху. Вот. Вот здесь пару досок. Вот этих. Edit Mode. Так, а ну-ка. L. Ну, две хотя бы, да? Уменьшить так раз. Так, 0 на нампаде. Shift-F. Ну да, уже как бы получше он будет смотреть. Тут он защищен. Возможно, еще эти две опустить. Но это я уже потом посмотрю. Ну, еще что можно сделать, это зайти в Object Mode, выбрать. Или вот так их острыми оставить. Или сделать Shader Smooth. Сделать сглаженными. Shift-F. Shift-F. Погуляем немножко. А ну-ка. Ну, вот такая штука. Вот так все здесь происходит. Все на этом пока. Если кто-то хочет поучаствовать, заходите. Как-то можно, наверное, это организовать будет. Главное, чтобы у вас как бы был запал, желание. И все, наверное, что-то получится. По вот этим всем роликам на канале и по всем вот этим вот, все материалы, которые есть, вы можете сами, повторюсь, все это дело взять и сами сделать какую-нибудь сцену. Потому что вы можете, вот уже есть вот это, значит, как ее, кордон, есть Мортон полностью с окружением, ну, короче, все есть. Только осталось, чтобы вы захотели это дело все накидать, объединить, соединить и прописать. Все, всем пока, до свидания.